Министр энергетики в ходе рабочей поездки в регионе ознакомился с деятельностью нефтяных компаний. Необходимо оптимизировать производственные процессы и увеличивать долю казахстанского содержания, отметил Нурлан Ногаев. Компания «Казгермунай» за 10 месяцев добыла 1,3 миллиона тонн нефти. С прошлого года внедрена цифровая система «Умное месторождение». По словам руководства компании, новая система способствовала снижению потерь. Министр побывал и на месторождении компании «Петроказахстан Кумколь Ресурсес», которую сегодня обеспечивает работы свыше 1500 человек. Нурлан Ногаев обратил внимание на необходимость увеличения доли казахстанского содержания. На сегодня она составляет 22%. Также министр ознакомился с деятельностью энергосервиса. Предприятие 68% своей работы перевело на электронный формат.